Несмотря на превратности погоды, команда «Экорет» сегодня выехала в Московскую область. Мы находимся в Сергиево-Посадском городском округе, близ деревни Окаемово, что по левую руку от меня, откуда, собственно, и поступил к нам сигнал жителей по поводу того, что на территорию, которую мы сейчас с вами видим, нарушаются санитарные зоны и зоны кадастровой линии Думнинского массива номер 62. Здесь находится разработка добычи торфа компании «Агропром Д». И приехали мы сюда, чтобы разобраться, есть ли грубые нарушения в сфере недропользования от этой компании. Разговор был, торфяники разработку еще Путин говорил год 3 назад, Подмосковье запретить. А это что, не Подмосковье, что ли? Они что хотят, то и делают. Речка Дубна рядом проходит. И идут раскопки прямо рядом с речкой. Вот, за речкой сразу заказник. Работы ведут круглосуточно. И днем, и ночью грохочут. Шумят. А здесь журавлиный заказник. И речку, я не знаю, засоряют они, не засоряют. Юридического нарушения нету. Вот, поэтому в прокуратуру мы не обращались. Вот, а экологическое нарушение совершенно, сказать, понятное, очевидное. Но министерство же само разрешило. Поэтому они не хотят этим заниматься. От речки копают 50 метров. Можно от речки копать 50 метров? Добывать торф. Я не знаю, на каком расстоянии решено? Экологию там нарушат, или чего они? И здесь, в сухую погоду, вот это стояло сухое, здесь смог стоял, как будто пожар здесь был, понимаете? Тут пылище на всю деревню. Разработки по добыче этого торфа во время половодьев или дождей смывается в реку Дубно, что, соответственно, влияет не лучшим образом на экосистему. Там раньше в этих местах держали журавли, там на пролете утки, гуси. Теперь там все разбурублено, там этого ничего нет, журавли, они всех распугали. Они позапрошлый год начали, сначала не было разрешения у них, как они говорили, на технику. Когда разрешение вот дали жители здесь, они начали ездить, обещали сделать дорогу. Дорогу вот за эти два года убили вообще. Это многие люди ходят пешком с автобуса. И вот как пройти по такой дороге? Мало того, что грязь и ямы. Все. Вот, пожалуйста, некрытая машина, едут торф, хотя все должны быть крытые. И все, и вот так вот постоянно, день и ночь, вереницы, то по три, по пять машин. Не покрыто, я и говорю. Вон упал. Да, не захотел товарищ водитель остановиться. Такой немногословный, однако, я не знаю, видимо, или начальство боится, или что, или очень занят, торопится довести груз. В принципе, понятно, когда они весь торф выберут, то там останутся такие торфяные озерка. Вот это все со временем зарастет и как бы придет в норму. Но вообще пока это безобразие. Просто хочется вот разобраться, подключить действительно специалистов каких-то, которые в этой сфере, ну, занимаются. В идеале было бы, чтобы они вывезли технику, убрали свои бетонные плиты, разобрали все, что они там построили, заровняли территорию, вот, и исчезли. Что ж, сегодняшний «Экорейд» закончен, и здесь, у реки Дубны, мы пока приходим к следующему. С одной стороны, в этой немного запутанной ситуации вроде как все ясно. У компании ООО «Агропром Д» есть на руках лицензия, есть вся документация на то, чтобы добывать торф. А с другой стороны, мы все-таки видим очевидное недовольство жителей, у которых вызывает опасения не только личные обстоятельства, но и экология в этом районе. И мы очень надеемся, что собранный материал поможет разобраться нам в сложившейся ситуации.